Скажите, почему решили приобрести дом за городом? Я всегда жил в городе, всегда жил в квартирах. Тут я понял, что нужно, что пора, что хочется. Не знал, что будет вообще настолько сложно. Я не знал, что это будет вообще настолько, скажем так, для меня кроваво в плане собственного времени, ресурсов, там, каких-то еще жертв. А в какой-то момент ты понимаешь, что это твое, что тебе с этим жить. Ты хочешь как-то улучшать, ты хочешь это сделать уютным, таким основательным, аутентичным, комфортным и ни на кого не похожим. И у меня очень много в доме именно в самом ноу-хау, которыми я, возможно, потом с вами поделюсь. Давайте сейчас с вами посадим вот эту красивую зеленую елочку. Сейчас самое главное нам вот этой плодородной землей взять и засыпать. Что в составе земли? Этой почвы. Ага. Это песок, торф и плодородный грунт. Так сказать, кислая среда, потому что все хвойники любят кислую почву.